Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Продолжаю свою обширную и уникальную серию из различных народных рецептов помощи лицам, страдающим подагрой. Я снял уже больше 10 самых известных, самых популярных рецептов при подагре и для лечения подагры. Конечно же, все народные рецепты принимайте в комплексном лечении подагры. Подагра – это тяжелое заболевание, и с ней необходимо постоянно, то есть на постоянной основе работать и постоянно принимать какие-то народные рецепты, чередуя их между собой. Если ничего не делать, подагра будет усиливаться и приносить очень большие страдания человеку, который ей больной. Необходимо постоянно выводить излишки мочевой кислоты из организма, из тканей. И для этого и применяем различные как народные, так и аптечные препараты. Ссылочка на этот уникальный плейлист появится в конце этого видео. Если вы, ваши родственники, ваши знакомые больны подагрой, обязательно досмотрите данный сюжет до конца. Он тоже будет очень полезный. Далее, в конце появится большой квадрат. Перейдите по нему. Это и будет уже весь плейлист. Вы увидите множество рецептов от подагры. Там есть такой плюс. Нажмите на него. Все рецепты сохранятся в библиотеке у вас на канале. Не спеша их пересматривайте и начинайте с ними на постоянной основе работать. Ну а рецептик на сегодня такой. Покупаем в интернет-магазинах сухие цветы сирени. Самая ценная сирень – это белая, но обычная сиреневая сирень, как дикая, так и колеровка, также хорошо работают. Можно эти сирени, если вы достанете разную сирень, чередовать. С данным рецептом необходимо работать курсами. Один курс длится 40 дней. Потом первый раз делаем перерыв 2 недели. Опять 40 дней принимаем данный рецепт. Перерыв 3 недели. Опять 40 дней принимаем. Итак, 4 курса. Через 2 месяца перерыва, после этих 4 курсов, опять делаем себе данную настойку и возвращаемся к ней. И опять ее принимаем. Как правильно сделать данную настойку? Все очень просто. Берем подходящую стеклянную посуду, где вы будете данную настойку изготавливать. Далее берем сухие цветки с горой 2 столовые ложки. Помещаем в эту стеклянную посуду. Дальше покупаем качественную водку или разбавленный медицинский спирт 200 мл. И 200 мл заливаем в наши 2 столовые ложки с горой цветков. Все, закупориваем баночку, ставим ее в шкаф. Один раз в день вот так встряхиваем. Примерно через 2 недели можно уже начинать принимать данную настойку, а профильтровать ее необходимо через 5 недель. Как правильно ее принимать? 3 раза в день. Перед едой за 40 минут берем 50 капель, пипеточкой капаем данной настойки. Можно ее разбавить в небольшом количестве воды. То есть наберите в стакан воды и туда уже капаете 50 капель настойки. До еды 3 раза в день по 50 капель выпиваем за 40 минут до еды. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями данным видео, пишите комментарии и будьте здоровы!